Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я, и зовут меня Юлия. Я продолжаю делать обзор на цветочки в сезоне 2021. И следующий компаньон, который я хочу показать, это вербейник монетчатый. И он имеет еще одно название, если я не ошибаюсь, лизимахия. Это вегетативный цветок, и я в этом сезоне его посадила как компаньон в некоторых композициях. Плети у него на данный момент уже выросли сантиметров 50-60, где-то может быть и 70. Эти кашпо я занесла сюда в теплицу, потому что они были у меня очень залиты. Я уезжала в отпуск, были проливные дожди, и кашпо эти очень сильно залило. Я обстригла, обработала, чтобы сохранить все-таки, не погубить растения и снять с них черенки. Я, конечно же, его буду сохранять в зиму. Еще я прочитала то, что его можно вообще просто-напросто прикопать в грунт, и он отлично зимует в открытом грунте. Я попробую это сделать, естественно, потому что у меня несколько кустиков вербейника. Ну и заберу его домой. Он и дома, я поняла, что тоже отлично сохраняется. Ну а вам я хочу сделать акцент на то, чтобы вы в новом сезоне сделали для себя пометочку и галочку о том, что вам на будущий сезон он обязательно нужен. Если вы хотите сделать и закрыть свое кашпо вот такой вот прической. Посмотрите, какие шикарные косы. Ну, в общем, это вот эту композицию я вам показала. Следующая коса у меня вот в кашпо. Посмотрите, один кустик здесь сидит, и вот так вот он спускает свои косички. И, конечно же, это смотрится очень даже симпатично. Посмотрите, какие косы выглядывают из-под кашпо. И вот еще одно кашпо. Вот этот красавец. Косички висят, играют. И несмотря на то, что здесь у меня полутень под навесом, здесь только дневной свет, солнце здесь вообще не заходит. Вот так вот выглядит вербейник монетчатый. Выращивание, я хочу сказать, и в уходе вообще, от слова вообще, я не уделяла ему внимания. Вот как посадила, присадила, так вот как бы только поливала. Ну и, соответственно, удобряла петунию, получается, удобряла и вербейник. Он даже у меня, кстати, цвел, то есть у него были такие желтенькие цветочки. Сейчас уже это цветение закончилось, по крайней мере, я этого не вижу. Видите, вот он захлорозил, еще раз повторюсь, что был здесь залив, но смотрю, что вроде бы как отходит, и все замечательно. Так что советую, чтобы уже разнообразить обычные подвесные кашпо, чтобы оно у вас не просто так висело, а висело с косами, то вот можно выбрать вот такую красивую лиану под названием вербейник монетчатый. Ну, а я буду заканчивать свой небольшой вот такой обзор. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Не забудьте, пожалуйста, поставить мне пальчик вверх. Всем крепкого здоровья, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока!